Скажите, где это делается? В Крыму. Я это делаю своими руками. Симферополь. Как вас зовут? Меня зовут. Симферополь? Да. А вот визиточка. Какие-то чудесные совершенно работы. А как материал какой? Вата. Ломковая вата. То есть, ну я вот видел детские бабушкины игрушки, вот принцип они работы, чем-то напоминают, да? Принцип работы тот же, просто немножко больше усердия. Только здесь тоньше, все, детализация больше. А так ничего не изменилось, материал весь тот же самый, та же проволока, та же вата, те же краски, все то же самое. Ну, лица раньше лепили из глины, сейчас полимерная глина, вот единственная. Но есть и глиняные лица. Разницу вы не увидите. Спасибо. Игрушки просто